Как дела, Рада? Все хорошо. Это ставь, оставь. Ну нет. Раду так, короче, не взять легко. Рада, 9 месяцев. Рада, а какие Рада? Я все равно. Não, não começa. Dá, dá pra... É, tem coisa pra soltar na boca dela. Olha como que ela tá grandona. 9 meses. Né? Uhum. Да, Габель хочет накупить, короче, ради всяких игрушек, чтобы она игралась разных по текстуре, разных по цвету. В эту черную бутылочку тоже накидать каких-то шариков, чтобы был звук, чтобы рада развивалась. Правда, это легал, а просто. Да, Габель говорит, что рада сейчас все больше и больше это звуки всякие сдает. Видите, уже передает разные эти. И маме, и папе. Папе она, кстати, первому начала отдавать игрушки. É porque tá chegando o verão. Aí eu queria colocar aqueles lacinhos nela, mas agora ela tá detestando, tá até chorando. Габель говорит, что Рада сейчас уже не любит вот эти вот сверху штуки, которые мы ей ложили на голову, одевали, чтобы она была красивая. Она сейчас их снимает. У нее уже появились силы, теперь она их не любит. Еще и раздражается и плачет. Viu, que querendo tirar. Rada. Rada, fica com um negócio tão bonito. Vendo? Não sei na rua, porque talvez na rua ela... Olha lá. Ai, Rada, sonhei com esse dia, minha filha. Porque no inverno só pode botar toca. Габель говорит, что она это, мечтала об этом времени, чтобы одевать Раде какие-то прикольные такие штуки на голову. А Рада теперь их снимает постоянно. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Говорит, оставь, оставь. Ну нет. Раду так, короче, не взять легко. Габель теперь разочарована в жизни. И у Дэйти, он сказал до Дэйти. А, да, и у Рады появились первые зубы где-то там. Один достаточно большой такой и половинка, наверное, еще. Мы имеем там. Да, ну, короче, начали прорезаться, по крайней мере, первые зубы. Так что Рада потихоньку развивается, растет. И все хорошо. Дэйчи! Зубы! Какие красивые, Радочка. Зубы. Рада, покажи зуб. Рада, зуб. Видите, пытается... Потом зуб... А, дайте, дайте. Дайте. Смотри. Какая такая. Рада, открой рот. Рада, открой рот. Вау-вау-вау. Рада, Рада. Рада, дайте. Где? А, дети. Тихо, тихо, тихо. А еще она часто говорит «мама, мама» постоянно, причем. Она где-то научилась говорить «мама, мама» первый раз, может быть, недельку назад. И теперь она говорит постоянно «мама, мама», именно уже осознанно, явно. Потому что когда мама уходит на кухню, то она постоянно ползет туда на кухню. И говорит «мама, мама», начинает плакать, «хочу к маме». «Мама, мама». И дает 5 еще. И пока, пока, говорит. Só na tristeza, mama. Cadê a felicidade com mãe? E всегда говорит, когда она хочет плакать. Мама, мама, типа, забери меня. И никогда не говорит, когда она радуется. Типа, а, мама, мама. Quando ela tá feliz, ela fala ta-ta-ta-ta, da-da-da-da, papa, papa. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Когда она счастливая, она всегда говорит ta-ta-ta-ta-ta. Папа. А когда несчастная... Не пока, но это та-та-ра. Мама говорит.
И sabe dar tchau. Tchau. Tchau, Rada. Ela tá dando tchau. Ah, lá, tchau. 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 Tem que ensinar agora ela a empacar, porque ela sabe isso, tchau. Né? Uhum. Да, значит, тебе еще пока-пока говорить, у нас нам сама чао говорит. Рада. Чао. Чао. Мама вай на кузине. А то на чао комку брить. Видите, она ручкой так вот делает. Então, gente, экономиза на бринкеде. В общем, экономим на игрушках, да, у нас такие простые игрушки, хотя у нас и куча других обычных, но Раде даже такие больше нравятся. Чем проще, тем лучше, так что на самом деле можно экономить на игрушках легко. Ой! И também andando, você já falou, né? Ну и да, ползает, но уже бегает. Да. Se botar o telefone lá, vai ser um segundo pra ela. Да, больше всего она вообще любит именно телефон, ноутбук и все прочее. Не очень-то она любит свои игрушки. Чем лучше игрушки, тем она меньше их любит. Вот этот, кстати, да, она любит. Как раз камера, да, она любит. Какие рады, а? Мост про тату мунду. Помню вас и анда. Давай, Рады. Беги вперед. О, телефон. Та там паска, он как и... Вот так вот, Рада, ползает. Нужно вернуть себя. Да, Рада, давай. Ведь она, в принципе, еще не сильно ползает, она не сильно отрывается от пола, но ползает. Она меня по телефону бегает. А, и вот такая вот штука тоже Габриэль сделал своими руками, такую вот штуку, ее очень легко сделать, просто елочная игрушка в воде. Габриэль говорит, что она меняет подгузники вот с этой штукой, потому что Рада не любит, когда меняет подгузники, а если дать эту бутылочку, то она в ступор входит и... Марикс, вы сам очень дивага, но это надо кусать. Не! Не успел Габель там корчила рожи. Рада. Рада. Да, она знает, что это зовут Рада. Это же плюс. Рада. Рада, скажи мама. Мама. Тата. Тата, надо. Мама. Украинка. Да, украинская это женщина. И тата, и тата. А, если десять нови месяцев... Jesus. И muita экономика с фралдой. Ótimo. Да, Габриэль говорит, что одна из самых лучших вещей, на чем мы экономим, явно, то вот на этих подгузниках. Мы уже, считайте, ими 9 месяцев пользуемся, и очень отлично, и смотрели сейчас, сколько они стоят. Они, конечно, стоят неимоверных денег, если их покупать каждый день, там, по 500 гривен, 50 штук, там, что-то такого плана. Лучше уже на $100 один раз купить вот таких вот подгузников, и... Ей хватит на всю жизнь, там, до 2-3 лет. É. A gente usa a mesma para até 3 anos. Isso é ótimo. Olha, да, que bonitinho. И они еще красивые. Намного красивее, чем просто беленькие. Можно, какой маме нравится, купить. Ainda fica bebê fofinho de fralda de pano. Ecologia é ótimo. Либо говорит, что единственный минус, что если одеть белые какие-то штанишки, то будет видно этот рисунок, которые на подгузниках. И плюс они еще большие, конечно, по сравнению с обычными. Нужно чуть больше вот эту одежду покупать. Ой! Как дела, Рада? Все хорошо.
Эй, тô me Что fazendo это isso. за... Рада любит это делать. É igual aquele. Aí, в этот она бьет в барабан. Где наш пандера? Qual barabão? Rado, bem barabão. Bem barabão. Você tá ensinando ela, isso não é barabão. Isso é barabão em russo? Não. Então. Bubi. Então falou certo pra ela aprender. Genieta barabão. Rado, bem barabão. Isso não é barabão. Ei, tem que comprar um pandeirinho pra ela normal. De criança. Габриэль говорит, надо купить ей такой только маленький, чтобы она уже училась играть с детства. Рад, бей барабан. Agora você vai tocar и я vou cantar, vai. Canta, mulher. Eu? Габриэль говорит, пой. Но у меня Boy. Нет голоса, ни слуха. Aí vai sair um monte de gente do canto. Рада? Assim, ó. A cara dela de nervoso. Por quê? Que alto. O olho é assim pequeno. Eu gosto. Você já сама все переворачивает, все делает, что надо. É. И в чашу бьет, это тоже молитвенно. Ela, bebês são incríveis mesmo, meu Deus. Eles aprendem muito em pouco tempo. Да, очень быстро она развивается в последнее время, по крайней мере. Чем больше ей лет, тем она быстрее растет. Буквально за пару недель она уже кучу всего нового выучила. И пытается он бежать куда-то. Но она не любит, когда мама куда-то ходит. Сэйрджи. Дела. Ай, Мариксы. Сейчас мы проведем эксперимент следственный. Чуть-чуть ее. В общем, Рада очень любит быть с мамой. Поэтому сейчас мама выйдет, захлопнет за собой дверь. Видите, это ей нравится фотоаппарат, но она пойдет точно туда искать. Видите, уже это. О, видите, мама, мама. Ela gosta de brincar. Ela é um nenenzinho. Vai lá, papá. Que tá tão gordinha. É uma gente. Pessoal. Друзья. Друзья. Пока. Рада. Com vergonha. Рада, скажи пока. Пока. Ла-ла. Все, друзья, всем пока на сегодня. Такой вот бонус 9 месяцев Раде уже 3 четверти года. И осталось 3 месяца до первого года. Пока что Рада ни разу не болела. И все остальное вроде пока развивается отлично. Здоровее всех здоровых, живее всех живых. Зубы, да, начали уже появляться, так что все отлично. И увидимся с вами в 10, в 11, 12 месяце, я надеюсь, если ничего не будет такого необычного, страшного. А, и, кстати, если вы следите, да, за нашим каналом, скорее всего, вы уже видели или посмотрите, я рассказывал о проблемах апреля этого года. И буквально позавчера мы положили маму мою уже в больницу, все хорошо. Она там лежит на вытяжке с шурупами какими-то. Наверное, я вам покажу как-то, когда дойдет до этого время. Я чуть-чуть там снимал в больнице, это, конечно, еще то зрелище. Особо слишком не будем показывать, но все хорошо. В общем, мама там лежит, пока что даже ей не делали серьезных операций. И пока что мы еще влаживаемся в наш более-менее скромный бюджет. Хотя, конечно, там не очень хорошо. В больнице все-таки это мега унылое зрелище.
Но все же лучше, чем дома, чем я ее там таскала. Она там лежала, конечно, без присмотра врачей, медсестер и так далее. Все-таки профессиональный уход, он, конечно, лучше, чем мой. Ah, pelo menos ela tem um bom filho que estava cuidando dela, pelo Да, Габриэль говорит, что как минимум у нее есть да сын, который хотя бы попытался за ней ухаживать и все остальное. Вот наша кошка. Не-не, Емоги. Собственно, и все, друзья. Так что передавайте маме привет. Пожелайте ей этого. Чтобы она быстрее выздоравливала. Она там лежит реально с таким большим, ну, не шурупом, вытяжка это называется, с такой железкой, торчащей из ноги. Печально это все зрелище. Опа, куда, да. Пока мы не носили, да. Может быть, когда-нибудь и понесем. Тут, в принципе, реально сесть на какой-то трамвай. Ай! Куда? Мучает, да, нашу кошку. Все, Яда уже хочет питаться. В общем, все, друзья, пока. Пожелайте нам счастья, пожелайте Раде расти, пожелайте моему здоровью. И все, всем пока, пока, пока. Пока. Да.